Народное блюдо от народного учителя России. В губернском колледже для студентов-поваров мастер-класс провел директор, почетный гражданин Подмосковья и Серпухова Александр Лысиков. В предложенном им рецепте солянки 27 ингредиентов. В дегустации блюда участвовала наша съемочная группа. Самое главное для цели, чтобы вы потом, не обязательно так не готовили, но может быть свой рецепт для меня тоже. В любом деле Александр Иванович ценит творческий подход. Поэтому и для мастер-класса выбрал солянку. Истинно русское блюдо, изобретенное самим народом. Казалось бы, ничего сложного в его приготовлении нет. Готовит из того, что есть под рукой. У Лысикова собственный рецепт. Главное, я всегда говорю, солянка, да любой суп, готовится в души. Самое главное, каждому первому блюду есть свои подходы на риск. Третьекурсники повара внимательно слушали Александра Ивановича, записывали ингредиенты. Их 27. Чего там только нет: свинина в маринаде, шампиньоны, бекон, молодая фасоль, клюква, разнообразные приправы. Оказывается, одна ложка специй может кардинально изменить цвет и вкус блюда. За процессом приготовления наблюдали профи поварского искусства. Однажды он нам принес сюда свои огурцы, которые выращивал на даче, и сам его мариновал в томате. То есть это... Вы не представляете, какой это был вкусно. Он раздает такие рецепты, что порой даже думаешь, кто у кого должен учиться. Я люблю очень его рецепт раздавать детям. Мы очень пользуемся. Еще один рецепт, который он нам тоже рассказывал, вы не поверите, отваривать рис в апельсиновом соке. Он у нас прекрасный кулинар. И благодаря ему у нас вот эти огромные красивые лаборатории, в которых мы занимаемся. Ребятам нравится, оборудование прекрасное. Талантливый человек талантлив во всем. Педагог-новатор Александр Лысиков создал в Серпухове новый тип учебного центра, который вместил в себя детский сад, школу и колледж. Уникальное образовательное учреждение не имеет аналога в стране. Выпускники колледжа побеждают на конкурсах профессионального мастерства. В год педагога и наставника, почетный гражданин Подмосковья и народный учитель России, Александр Иванович Лысиков стал участником первого Всероссийского съезда народных учителей. У нас одна лаборатория под кондитеров сделана, это для поваров поварское дело. Это современная лаборатория, мы ее недавно сделали по всем мировым стандартам ресторанного бизнеса с технологическим новым оборудованием. Каждое рабочее место, индукционные печи, видите, индивидуальные шкафы. О важности модернизации учебных заведений постоянно напоминает на заседаниях в правительстве Московской области губернатор Подмосковья. Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи. Всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела. А мастер-класс, который провел Александр Лысиков для будущих шеф-поваров Мухиных, Похлебкиных и Ивлевых, закончился, как и положено, дегустацией ароматной солянки. Последним штрихом стало добавление в суп кусочков киви и ложечки коньяка. Отлично. Просто мы такие ингредиенты некоторые не используем. А здесь удивительно было и очень вкусно. Оценила народное блюдо от народного учителя и наша съемочная группа. Бесподобная солянка. Я такую вкуснейшую солянку еще в жизни не пробовала. Эта солянка чем-то напоминает то блюдо, которое готовит моя бабушка. Мастер-класс, да, удивил. Много нового узнал. Вот этот секретный ингредиент киви. Своих домашних угостишь, удивишь? Ну, может быть. А у Александра Лысикова впереди еще мастер-классы по его основной профессии – педагогике в начальной школе. Оригинальность не появляется из ниоткуда. Она находится внутри каждого и требует постоянной поддержки, убежден народный учитель России, более 30 лет возглавляющий губернский колледж.